Если мы говорим об инвестиционной активности, то она тоже очень сильно выросла за последнее время, и мы отмечаем в последние несколько лет, можно сказать, бум такой активности в нашей отрасли. В прошлом году цифры достигли инвестиционных вложений 20 миллиардов в год. И, соответственно, сейчас мы уже видим строительство и реализованные проекты по строительству крупных предприятий. Ну вот колхоз Ленина, недавно открылся новый завод. Построен также очень, ну, современный, абсолютно по самым высшим мировым стандартам построенное предприятие. Такой же, похожий по технологичности завод Камчат-Ралфлота в бухте Маховая. Вот это предприятие абсолютно современное, не уступающее лучшим образцам мировым. Вот, вместе с тем, есть и успехи в судостроении. Также у колхоза Ленина три новых сенера работают по технологии наливной, доставляют рыбу на это предприятие, на береговое предприятие для переработки. Строится крупный БМРТ, значит, также ждем, что новое судно появится у колхоза, большая фабрика. В процессе строительства находится в общей сложности 17 судов у нас по программе инвестиционных квот. Но и за пределами этой программы вот новое судно «Океан Рыбфлота» Григорий Мещеряков, мы только что недавно имели возможность встретить его у наших берегов. Прекрасное, совершенно современное, высокотехнологичное судно. Отработало уже путину, первую ментаевую путину сезона в этом году.